Всем привет! Сегодня покажу вам простой рисунок, связанный крючком. На мой взгляд, он очень хорошо, просто идеально подходит для вязания пледов, так как он одинаково хорош с двух сторон. К тому же он очень быстро вяжется и полотно быстро прибывает. Набираем цепочку из воздушных петель нужной нам длины. И далее 3 петли провязываем для подъема. Делаем накид. И вводим крючок в четвертую петельку. И провязываем столбик с накидом. Далее весь рисунок у нас состоит в том, что мы одну петельку пропускаем, в следующую делаем 2 столбика с накидом. Отсчитываем одну петлю во вторую. Снова столбик с накидом. Накид. И в эту же петельку второй столбик с накидом. Пропускаем одну петельку и через одну вводим крючок. Столбик с накидом. И еще один столбик с накидом в эту же петлю. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Завершаем ряд 2 столбиками с накидом. Вяжем 3 петли для подъема и поворачиваем вязание. Следующий ряд у нас ничем не отличается от предыдущего. Единственная разница в том, что мы будем вводить крючок не в петлю, не вот таким образом, а прямо в это вот отверстие, которое у нас образовалось между столбиками предыдущего ряда. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Следующие 2 столбика с накидом мы провязываем в следующее отверстие. Раз. И 2. Довязываем ряд, заканчиваем ряд 2 столбиками с накидом и снова вяжем 3 петли для подъема и по этой же схеме продолжаем наше вязание.